В этом году празднование Дня Победы пройдет без традиционного шествия бессмертного полка. Однако есть масса других способов выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и почтить память ветеранов, которых уже нет с нами. С 1 по 9 мая в России проводят патриотическую акцию «Окна Победы» и «Письма Победы». Городской округ Люберцы присоединился к этим проектам. Воспитанники детских садов и школ, а также учреждений дополнительного образования украшают окна рисунками, картинками и фотографиями, посвященными победе советского народа над фашизмом. Также дети пишут теплые пожелания ветеранам войны и участникам специальной военной операции. Волонтеры Победы в последующем доставят эти письма адресатам.